Конституционный суд Германии отклонил ходатайство о принятии срочных мер по блокированию закона о ратификации Фонда восстановления Евросоюза после пандемии. Отмечается, что экспертиза на данный момент не выявила нарушения основного закона страны, однако рассмотрение вопроса продолжится. Создание фонда размером в 750 миллиардов евро является крупнейшим проектом ЕС, предназначенным для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за пандемии. Чтобы фонд заработал, национальные парламенты государств-членов ЕС должны ратифицировать соответствующий закон.